Святокилия, третий «ы». Так я ж был там вроде или нет? Или это другой «ы»? Эон, это я, ты слышишь меня? Валас, где ты? Да он в судах, понятно. Эон, у меня очень мало времени, слушай меня внимательно. Чудовище-охранник на алтаре ветра. Бордлинг! А, он, то есть он даже... Валас дошел, значит? До Бордлинга. То есть, смотрите, какая ситуация была. Пришел Валас, Валас всех поубивал везде. Пришел к подъемной силе ветра. Ему Зора говорит, ты избранный Валас, на тебе сила, я тебя научу. Постой-ка убивать Бордлинга. Валас пошел в сдах. Пришел Эон, всех поубивал. Эон, ты избранный, на тебе подъемная сила. Постой-ка убивать Бордлинга. В чем смысл? Я очень люблю... Даже Арция следующая войдет после... Арция, ты избранный. Постой-ка Бордлинга убивай. Корки, Корки, ты избранный, убивай Бордлинга. А Корки все это время в моем кармане сидит. Я обучился силе подъема магии, я поубивал кучу злодеев, я звездную ленту поставил на алтарь. А Корки все это время в кармане сидел. Классно. Слушай меня внимательно, чудовище-охранник на алтаре, это я читал. Ты должен будешь убить его или алтарем, или мы... Что? Ты должен будешь убить его, или алтарь мы потеряем. Он очень опасный, но есть способ уничтожить его, спасибо. Наноси удары, когда его руки отходят от тела, сперва уничтожь их. Удачи, поторопись. Я в курсе, Валас. Валас? Где я? А. Ура! Давайте сохранимся. Меня прям засунули в третий «ы». Не туда, нет. Жизнь восстановлена. Волшебный кристалл, говорят, через скипетр. Хотите спасти? Хочу спасти. Я обожаю спасать. Я опять Чип и Дейл в одном лице. Ура! А что справа? То же самое. А есть кристалл выхода, мне выйти можно просто, да? Отлично. Четвертый. Вот он, Бордлинг. Капец, он страшный мне в детстве казался. И сейчас он мне кажется страшным. Я передумал, мне страшно, серьезно, ребят. Ай, бляха-муха, нахуя. Тебе пол жизни стоит. На. Бордлинг! О, нет. Бордлинг, покушай писю. Ой, блядь, нет, не надо. Ай, да я ж уверну. Да где Дан, бляха, муха. Два кубика просрал уже. Да умри! Ну! Да умрай! Ну помирай! Три успешных удара! Где они? Бац. Ай, красота! Да, блядь, ты всю жизнь мне что ли сносишь? Ты чё, конченый? Не надо! А что, подожди, что он делает? Сделанный магом порошок, и чё он восстанавливает мне? МП. Хорошо, что я меня не принял. А давайте вот так вот. Почему нельзя использовать жри, корки и восстанавливай мне жизни? ЛП, ну давай. Вернул ЛП. Вернул ЛП. Классно. Бат. Да, блядь. Да, три успешных удара мои, давай! Почему у тебя два... Я ж, блядь, чё? Один удар. Массасай. Да что ж ты творишь-то? Контр-атака где моя? Контр-атака моя где? Ты что ж творишь-то? Ага. Что это? What the fuck? Что это было? А не надо! Халух! Да блин! Помирай! А я до жизни осталась, тихо. Давай, возвращай мне ЛПшечку. ЛПшечку верни мне. На 4 удара мне хватит. 3 успешных удара. А, блин, ты чё, серьёзно? Нет! Вот тварь. Нет, аж я уворачиваюсь. Это мне некуда уворачиваться.
На! Увернулся! Батя! Вы победили Бордринг! Я крут. Похоже, что ты стала сильнее. Спасибо. Ты получила уровень. Ура! Я получила уровень. Что творится? Луч света светит через отверстие, созданное землетрясением. Ой, как светит! Крыша света Акилия. А как я поднялся тут? Там нету лестницы. Ой. А Ларка откуда появилась? Я Шайрлип забрал! Эвон, ты в порядке? Ты был ранен? Да, несколько раз я был при смерти, ну ладно. Что это был за звук? Надеюсь, что стену не развалится. Ты, блядь, откуда здесь взялась? Я просто думал, что это влияет на святые реки, или... Внезапно вокруг меня прошло что-то злое. Простите. На спасение пришла Нареми. Как она пришла? Просто пешком, что ли? В гору поднялась? Не стоит так думать, я просто пришла по просьбе старейшего. И не стал, что мне будет сюда... Надо будет сюда залезать, какой ужас. Тупизм. Это же алтарь духов, тут очень страшно, вперед! Внизу есть страшно, тут есть страшно, где тебе не страшно? Арция, положи свою руку на скипетр. Положи свою руку на мой скипетр, и сейчас он будет светиться! Ай, как я угадал! Скипетр защищает голос мудрецы Зоры. Сила света начинает действовать. Ох, он, это голос моего отца, он говорит, что, наверное, это о подъемной силе. Может, кастанешь заклинание? Я должна буду использовать ее сама, но я пока не знаю как. Нужно будет рискнуть. Рискни. О, ты научишься подъемной силе. Арцея поднимает континент. Что за дебили? Чему я научился? Это невидимые крылья будут в небе. Расширяться по океанам и благословлять землю. И остальные вещи будут урожай и жизнь в... Что? В сердцах людей. Теперь все будет иначе. Пора поднять новый ветер и продуть все небеса. Впернуть силу. И великий дух начинает снова подниматься вверх. Ай! Кастование, да! Ебать, Айрлим! Это какой-то магический молниеносный анальный шар. Ай, как он поднимает! В Вороне нету таких домов, блядь! Где они нашли это? Все, сила Луны поднимает нас в воздух. Наконец-то. Теперь мир ровно стал свободен. Наконец-таки. Где они в Вороне нашли такие красивые дома? Там не было таких домов. Они упали с крыши, да? Кажется, что все на месте. Вернемся в город. Как ты думаешь, что с Валосом? Все классно. Может, он ушел домой, да. Надеюсь, что так. Я поговорю с нашим старейшином. Эон, ты с ним разговаривал с помощью скипетра. Валос тебе сам написал. Эон! Знах, человек! Он с тобой пообщается по скипетру. Эон, я тебя давно ждал. Благодаря церемонии духов земли снова вернулось возможное парение. Но Валос, почему он пошел в святыню Килия один? Валос знал, что произойдет. Ваша судьба — будущее континента. Его судьба — все это взаимосвязано. Что? Перепримирован. Этот цветок скоро высох. Валос специально подумал. Эон должен спасти мир. Пойду сдохну в Килию. Отлично, гениально. Но его жизнь продолжится. Валос пошел по своей судьбе. В результате ты смог справиться с невероятным. Не только лишь все могут смотреть завтрашний день. Что? Все происходит не просто так. Мы не можем все это изменить, не нарушив нашу судьбу. Что? Мы растем и развиваемся. А еще начинаем понимать. Ни хрена я не понимаю. Я, видимо, не арсту. Вам не стоит быть таким эгоистом и заботиться о ближних людях. Вы должны думать о том, что нас ждет впереди. Валос понял это и теперь... Вы ничего не можете понять сами. Идите домой и помните урок Валоса. Он поможет вам решиться. Что? Старейшина, ты настолько старейшина. Я ни хрена не понял, что ты хочешь сказать. Мы все еще женитьба наши в силе. Я хочу поговорить с Фири. Дядь, ты с Фири поговоришь, тебя посадят. Хотя тут, может, это разрешено. Может, я тогда на ней женюсь. Ты взял книгу? Я не хочу его возвращать, иди в жопу, это моя книга. Та-ра-ра-рам. А давайте вернем, как хер нахрен мне эта книга нужна? Да. Не переживай об этом. Что? Отдай мне книгу.
Я бы хотел стать пират Десбитса. Пират Десбитса, а то мне книгу свистнуло. Бляха, охрень, дура. Ты станешь пиратом Десбитса, потому что ты воруешь книги. Молодец. Я Фире должен был отдать эту книгу. Ну блин, я дурак. Собачий потрох, блядь. Как так-то, а? Дебилизма. Что, мне заново Бордлинга, что ли, побеждать ради этого? Ну, ё-моё. Давайте с вами тогда зайдем в церковь, сохранимся. И после этого тогда... О, что-то много народу. Надеюсь, Фири все еще хочет включить меня в свои планы. Что? У вас в Фире местная красотка, что ли? О, Фири, кажется, что мне нужно почаще заходить в церковь. Если терпение будешь ждать момента спасения Земли. Я уже составляю планы. На что? Где ты ж Землю будешь спасать? Какая тебе разница? Фири, я хочу жениться на Фири. Потом Рэй подходит. Я хочу тоже с Фири то самое делать. Фири, мне нужно почаще ходить в церковь. Грехи замаливать тебе нужно, женщина. Я хочу сохраниться. Вон, получилось. Думаешь, получится и на другие континенты попасть? У меня есть Эйрлим, братан. У меня есть Халк. Я хочу сохраниться, спасибо большое. Давайте я здесь тогда сохранюсь и на этом закончу. Часть. И мне сохраниться. Давайте станем с этим мужиком. Вот так вот. Будем смотреть в одну точку. В общем. За эту часть мы много чего успели. Я много чего успел сделать, потому что меня отвлекали миллион раз подряд. Вот. Поэтому, если тебе понравилось это видео, то поставь этому видео лайк, подпишись на мой канал, нажми на колоколасницу, чтобы получать новые видео. Не каждый день я буду, конечно, чаще видео выпускать, но чтобы не пропускать ни одного моего видео и получать его самым первым. Путин ждет. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. А, ты одиночество, да? Ну, блядь, конечно, естественно, сука поганая. Я понял урок, Зора, выйди меня из этой комнаты, пожалуйста, я понял урок.